Здравствуйте, дорогие зрители! С вами Андрей, Вова, Денис и Сергей. Это скетч-контракт. Всем привет! Бип-буп. Хэллоуинский апдейт. Говорят, добавили страшную мега-криповую карту. Не знаю, хватит ли у нас денег на нее, потому что денег у нас нет, и, видимо, мы начинаем как самые обычные бомжи. Но украшения всякие поставлены, красивенько. Давайте посмотрим, что тут есть. Haunted House. Кто не помнит, как играть в эту игру? Я помню, как посмотреть твой... Нет, это не твой. Это Сергей. $15 за Сергея. Кто даст больше? Нет? Смотрите, сколько тут поставили всяких разных автоматов. Может быть, это из-за того, что у меня какая-то... Создал лобби на 8 человек, и они такие, вот вам 8 клау-машинов, 8 этих штук, чтобы вам всем хватило. Ладно, надо выйти на улицу и посмотреть, где там что находится. Haunted House. Я пойду посмотрю на могилки. Косметика тут, например, есть. Она и была, по-моему. Да не знаю, тут какие-то шары, вот. Что это? Толкан. Ну-ка. Ослик, суслик, паукан, на-на-на-на-на. Ну-ка, куда это ведет? О, что это за криповый дом? Не знаю, в него не войти. Там два нерабочих туалета. Два нерабочих. Это самый страх. Это, видимо, то, что нас ждет. Ой, что это там за бездна такая портальная. Ладно, побежали к кораблю. И там начинать осваиваться. А как же бездна портальная? Они сузили территорию. Теперь не выйти за границу, не полетать. Да. А здесь можно? Да, там можно. Все еще можно. Все, я полетел в портал. Дайте я возьму фламинго, потому что фламинго это вещь. Так, мы здесь, Аркон. В какой там дьявольский триангл? Гая, Хронос. Эй, парни. Парни, парни, кто со мной в портал? Денис там где-то летает. Какой портал? Давайте сюда на корабль. Да я в портал лечу. Какой портал? Успокойся. Сергей, ну ты-то куда? Ну ты-то куда, Сергей? Ты же еще такой молодой. Вова. И полетели они. И не вернутся они. Они прошли сквозь него. Нужно быть крутым, мощным объектом. Они вернулись уже не те. Они уже не те. Давайте залезайте ко мне. Андрей, ты видел мистера Бигглсворта? Какого мистера Бигглсворта? О чем ты? Мистер Бигглсворт. Нужно поговорить с мистером Бигглсвортом. Это же кот, нет? Где? Ну, мистер Бигглсворт это кот Келтузада, по-моему. Починить. Поместите. Сергей заперся внутри, как обычно, улети сейчас без нас. Сергей, открой нам дверь. О. Ну чё вы такие? Так, все, взлетаем. Хватит это терпеть. Как это? Огрей у кого-нибудь. Destination. Не будем долго думать, будем быстро работать. Путешествие. Так, вы здесь. Начать контракт. Смертельный треугольник, темный лес. Да. О! Возьмите фламинго. Возьмите своих страусов. Страусов возьмите. И не забывайте, что тут кислород и дышать сложно. Что тут? Угу. О, девайсы. Какой? Берите девайс, его можно использовать, чтобы найти... И как его использовать? Ну, типа, подходишь, что там? Когда держишь, активлю ищет паранормальную активность. Когда активити найдена, один или больше шариков зажжется. Чем больше шариков зажжется, тем ближе мы к источнику. Если все зажглись, должно быть уже прям появиться. Так. Ничего не понял. Ну, носишь с собой, и она как бы... Воу, 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 воу. Что это? Бей, бей, бей. Не знаю. Бей ее.
Тыква! Дикая тыква! Чё меня-то били? Ну, блин, вообще, блин, ты похож на тыкву, я не знаю. Так, Дже. О, отлично. Где вы уже? Ребята. Тут миленько. Нажать. А, уровень доступа 2 нужен, ладно. Как обычно, меня оставили сзади. Они все умрут. Ребята! Ну что ты кричишь там? Где, иди сюда, где, уже. Где? Что? Где? Не знаю, Сергей, как всегда. Сергей. А! Андрей, бей ее! Да, бью! 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 Нет, я сейчас умру! Давай я буду бить. Да его я убил. Тебя! Ее. Я отнесу. Давай. Пока еще живой. Кислород! Денис, не забывай про кислород! Вова! Чё? Кислород! Не забывай про кислород! Вот тут. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, жесть какая! Так. У меня призрак это самое. Все. Попугал. Зарядить кость. О! Кислород-то подняли мне. А хилок-то у нас нету, да? Нету, нету. Меня призрак испугал. Вон что-то нарисовано. Крест. Ну, это... Не, это воскрешение. Ну давай зайдем, вдруг там можно полечиться. А была лечишь, же ты, эта ты? Самая музыка же лечила, Андрей. Ну у нас нету музыкального автомата, либо ну можно. Все, ну вот, хочешь, купи его у этого робота. А куда можно этот. Бумбокс. Сколько он стоит? Бумбокс. Вещи-то куда скидывать? 250. 250. Смотри, Вова. Вещи в корабль. На корабль. Пошли, пошли сюда. Кнопка G вот в этот ящичек. Либо в холодильник вот в этот. Вот. Можно холодильник открыть и туда скидывать монстров. Они кошачья уменьшают. Еда. Отлично. Как там Сергей, интересно, умер? Не знаю, умер, наверное. Квота 99 из 30. О, Денис, это как ты нажал? Буковка Б английская. И говоришь. Буковка Б английская и говоришь. Сергей, скажи нам что-нибудь, что ты живой. Я мертвый. Отлично. Андрей, иди сюда. Тут та колесница. Первая тыква, которую вы убили, Андрей, тут колесница. Я видел, что колесница это портал. Что это такое? Это порталы. Нужно ставить порталы, тогда на более. Ух ты! Что это? На, все, порвал ее. Тут два здоровья осталось. У меня 14. Что ты хочешь? Это мы под. Огрел меня, зараза. И чего, как-то полечиться надо? Смысл мне идти с двумя здоровья куда-то. Ну. Сколько у нас времени? 12.55? Ты можешь спину бить. Бери вот эту штуку и ищи. Так, надо кислород только поднять. Кислород поднял? Ну да. Так. Денис, скажи что-нибудь. Господи, что это было? Призрак какой-то. У меня так прям бух. Ух. Раз, два. Нашел мимика. Если кто не хочет со мной побить его. Да нет у нас жизни ни на как. О! Похоже, Вова тоже нашел мимика. Да, да, да. Он лежит. Ищите мое тело. Зачем нам твое тело? Знать бы еще где. Ну корабль, там, по-моему, не теряются же деньги, меньше теряются, если. Меня слышно? Слышно, слышно, Вова. Да, меня мимик. Оно рядом с нашим кораблем. А, вижу, Локи. Можно просто взять и улететь сейчас, сдать квоту и вернуться обратно с бумбоксом. Денис, вера только в тебя. На что? За что? За тело. А в меня ты не веришь? Да я уже донес тебе твое тело. Я говорю, вера только в тебя. Да, потому что Андрей не захотел мое тело нести. Оно страшное. Кстати, Сережа, у тебя был фламинго. Я знаю, что у меня был фламинго, я просто... Вон тело Вова. В руках детектор был у меня. И я... А сундук-то убили? Это мимика. Не убили. Я сейчас подставлю. Не успел выбрать оружие. Ясно.
Сколько у тебя жизней, Денис? 34. Так, у меня мало кислорода, пойду подышу. Учись экономить. Андрей, как бы души пореже. Что, кто экономит? О, видел? Кислород видел? Не резиновый, понял? Видел, Андрюх? Нет, ничего не видел. Казённый кислород. А чё ты вправо тогда повернулся? Ну я услышал звук, повернулся. Ты просто повернулся туда, куда призрак пошёл. Все хотят увидеть призрака. Ну я уже двух видел. Там какая-то штука летала. Я тоже видел одного. Вон летают глаза всякие. Какие в оба глаза? Да вон слева. На крылышках. Кирки у нас нету, да? Да у нас и жизни нету, чтобы воевать. Ну, кирка, чтобы руду добывать вообще-то. Мы даже до здания не добрались, понимаешь, на этой локации. Денис, а я думаю, здесь нету зданий. Да я думаю, должно быть. Не, мне кажется, здесь все на поверхности. Ну, давай идем вот... Там вон справа кто-то есть. Аккуратно. Ой, стой, 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 Андрей! А. Что? Оказалось. Я первый иду, если что, я первый умру. Да, а то, что нас сзади окружают, это самое, зажимают, не? Это как бы аргумент. У меня мало кислорода, я побежал выдыхать. А у меня тоже. Высосал кислород казённый. Всё. О, аккуратно, слева монстр. Нет! А! Ну, ну вот как бы и все. Я умер? Ну, мы все умерли. А что это был за взрыв? Ну, не знаю. Поздравляю, мы все сдохли. У меня была одна работа. Сергей ГГ. И все мы потеряли. Я просто побежал, у тебя там взорвалось что-то. Ну, у меня... Андрей на мину наступил. На мину? Ну, а на что еще? Ну, ладно. Продолжаем контракт. Нам ничего не страшно. Надо было уезжать, пока было время. Надо было уезжать, пока было время. Берите фламинго. И держитесь вместе. Давайте, ребята. Гоу-гоу-гоу-гоу-гоу, налево. О, тихо, тихо. Не буянь. Любимика завалим. Ну давай. Ну бей его в спину, отлично. Зачем только? А у него ничего нету? Это что за... Так, я эту штуку не взял, которая... Блин, типа призраки. Детектор, блин. Не отходи. Я уже 50 жизней потерял. О, что вы там? Давай. Отлично. Да, отлично. О, денежки. Денежки. Вы подышать не забудьте. 15 хп. Ты что, постоянно эти призраки? Я уже не боюсь. Ни разу его не видел, но уже не страшно. Вы про кислород-то не забывайте. Отличить мимика от сундука, нужно запомнить, как правильно пишется название сундука. Если имени... Тут целых два глаза летающих. О, один ко мне полетел. Да... Нет, нет, спасите меня. Где спасите меня! А! Да вот это жопа. Аккуратно. Ну... Взяли мое тело, отнесли. 5 кредитов. Хубат, 20.
слишком суровая планета. Надо добывать деньги. Тем временем у Сергея все хорошо. Сергей справляется. Какими-то незаконными путями. Положил одного. Положил второго. Как? Почему я... Как мне выкинуть предмет? Джи, по-моему. Да, Джи. Да я его выкидываю, он мне, пальцем показывает, но не берется оружие в руки. Что за дело? Может, ты эмоцию включил какую-то там? Так да, я не знаю, как ее отключить. Ну, C и cancel C там. И... В центре выбери. Господи, как же это тупо. Обычно меняется просто движением, но я удивлен, что у тебя так не сработало. Ну, это потому что такая эмоция не завязана на ноги. Он пытается мое тело или твое тело в холодильник положить. Сергей, что ты делаешь? И у меня получилось. И у него получилось. Жесть. Отложил на потом. Много вы там денег собрали? Ну, не знаю, пару тел я принес. Надо хотя бы одну квоту сделать, чтобы у нас было денег на бумбоксы и закупиться ими. И тогда сможем хилиться. Да, и тогда сможем хилиться. Танцевать и хилиться. Ну или там жизни прокачать чуть-чуть, там, знаешь, хоть как-то обзавестись выносливостью. Там же хорошенько жизни-то дает. Двадцаточку. Сергей, вообще-то куда ты пошел? Не забывайте, что на кнопочку F вы можете включить фонарик. Сергей пошел по незаконным путям за границу карты, мне кажется, просто. Сергей, возвращайся на путь истины. Иди по дороге. И вообще, кислород подыши. Чёртовы призраки, господи. О, корабль. Давай, Сергей. Подыши ты кислород. У меня какие-то пустые сундуки все попадаются. Так ты их уже облутал. Нет, я открываю, они пустые, они дают... А, ну тогда так всегда и было. Нет, там всегда были... Где-то половина была еда всякого, вот, вся фигня. Ну... Вова, не бойся, это открытый сундук. Вова уже в какую-то деревню пришел. Правда, тут жизни нет. Так. О, они столкнулись. Сергей, куда ты там? Давай в крипту в эту залезай. Там же интересно. Я пока не рискую, потому что если я умру... Вова, жопа с руками. Ну, о, Сергей, обернись, там сзади граль какой-то был. Ну, не граль, но вот по лестнице поднимись. А ты взял этот детектор? Может быть, тут какую-то штуку можно найти? Ничего не светит? Ладно, мне нужно немножко подышать. Кстати, вон двери какие-то тут. В эту сторону. Во, как у тебя дела? Ходит, ходит вроде. Вон, иди вперед. Он просто вперед, иди. Максимально. Нифига там этих жоп с руками, и тут еще одна. Вот надо сюда, видимо, прорываться. Либо по дороге по вот этой. Тут куда? Там еще летят. А, он открыт, вижу. Блин, на самом деле мимика вот самый бесполезный бить, потому что мы только убиваемся. Но мы оба все убиваемся, жизни у нас нет. Без бумбокса грустно. Оружие просто помощнее, чем фламинго. Ну, мы бы убивали больше, но умирали бы точно так же. Нужно бумбокс. И надо несколько квот сдать, чтобы у нас было жизни, прокачанные костюмчики, знаешь. Можно еще помимо бомбу, чтобы воскрешать. Так все нужно. Для этого нужно квоты сдавать. Так. Вот, Сергей, слева дверь вот эта. Можешь зайти в нее, сзади тебя, с фонариками? Сейчас, подожди. Давай, подыши. Ну,
Блин, тела просто там такие маленькие, малюсенькие человечки. Давай, Сергей, на провоз. Зайди вот в эту вот факельную дверь. Или хотя бы попытайся. Можно зайти? Или это нельзя туда зайти. Жаль. Подожди, здесь есть одно место? Интересно, сейчас. Вова уже пытался. Ну, а Сергей, в крипту давай. Сундучки. А какой-то... Что-то это кубик какой-то. Сергей, сзади тебя летающий. Беги, беги, беги! Иди за мной, за мной, за мной. Но! Помер. Добро пожаловать в клуб мертвецов. Все, Вова, Вова, тебе надо... Вали. Вали, потому что если ты умрешь, то мы умрем. Ну, как бы умрем, мы потеряем то, что вы налутали. Все будет зря. А если ты выживешь, то хотя бы немножечко опыта получишь. Ты ну, можешь прокачаться. Не на... Да. Не 50%, как мы, а 100. Да. Кто бы еще объяснил, как в Вове взлетать? Ну, вот, наверное, сейчас он подойдет, куда-нибудь там нажмет. Типа, наверное, Е там закончить этот самый. А, что, на орбиту выходить? Да, наверное, выходи на орбиту. Полетел. Полетел. О, о, минус 10 кредитов, минус 10% кредитов. 60 и 78 собрали. Ну хорошо же. Надо еще, еще 70 за последний день. Один день ремейнинг. Давай, Вова, давай. Нажми Е, чтобы начать контракт и сесть на место, где мы сидим. А что тут планеты какие, какую выбрать? Так эту же, мы хотим эту изучать. Страшную. А тут маленькая, которая, Sketches Belt? Нет, мы там Юахира, мы должны быть... А, вот, во, нашел, да. Дарквуд. Да-да, мы все еще на Дарквуде. Потом на Sketches Belt полетим. Ух. Господи, хватит трясти корабль. Так. Ну что, мы справимся, нет? Нет. Нет. Ну давайте пойдемте вместе куда-нибудь. Один пошел налево, другой пошел направо, третий пошел прямо. Что мне делать? Да. Денис, я за тобой. Я знал, что ты меня не бросишь. Так получилось. Пойдем прямо, мне нравится вот эта дорога вперед. Сундук. Не трогай ты сундуки. Пускай. Да, нормальный сундук. Сперва вот глаза убей, которые вон, летают. Глаза, давай. На. Все, убили. Все. Куда ты убежал? Да здесь я сундук открыл. А. Паникуешь-то? Да я паникую. Пошли труп отнесем. Да? Я труп добыл, ладно, отнесем. Подышим кислородом. Что вот это, грибы? Нужен... Так. Оп. Закрываем. Не забывайте дышать. Ничего себе, кто-то вздохнул. Там этот. Так, Денис, мы продолжаем чистить этот путь. Да-да-да. Жопу с руками кто-нибудь поможет завалить? У нас тут своя. Да, у нас тут у всех свои жопы. Надо было идти все вместе. Так. Спускаемся в крипту, Денис? Да. Мы спускаемся в крипту. На корабле. Его убили на корабле. Так. Денис, если ты уйдешь впереди, то ты умрешь первым. Да. Либо я умру... Бей, бей. Так, забили. Сколько у тебя жизней? Ух, ах, тварь. Что такое?
Так, тут миллион могил. Денис, я не вижу тебя. А, вот ты. Здесь. У меня 50%. Возможно, надо бы уже убегать. Давай убегать. Тут потому что еще дальше. На поверхности был этот жопа с руками. Я думаю, удастся скрыться на корабле, но сейчас на корабле. Вова! А! Денис. Хватай труп, который был в моем трупе, Андрей. У меня мало жизней. Мало кислорода. Мало смелости. Нифига ты смелый, Вова. Вова мертв, Андрей. Он умер около корабля, так что будь аккуратен. Вали лучше. У нас и так полный холодильник. Одну квоту еле-еле набрали. Вот это вот веселая команда добычи. Всех этих людей мы сдадим. Так, возвращаемся к орбите. Погибшие. Погибшие, но не сломлены. Хорошо. В той же леталке, например, как бы против каждого монстра можно свою тактику сделать. А тут просто бегаешь, собираешь и все. Ну тут. Кто-то тебя может убить. Ну, а совершенно разный принцип игры. Плюс здесь оружие, можно убивать. Леталки, одна лопата и его аналоги. Тут все. Много автомата есть, тут можно автомат купить, вот этот костюмчик накачать. Давайте, взяли и пошли. Телепорт. Оп. 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 Пошло, пошло добро. Через телефонную будку проходите и вещи относите. Ходишь, нет? Ну, кто-то прошел. Так, все скинули, я думаю, уже ничего не осталось, да? Угу. Отправляйте. 196 из 30. Ну что, финализировать? Финализировать. Так. Игрик, давайте, yes. Так. Пока Денис где-то там ходит, мы сдадим всю квоту за него. Сейчас награду будем получать здесь, готовьтесь. Нам подарочек пришлют. Где подарочек? Вот он. О, детская еда. Собрать награду. Денег 260. Клау машин коинс плюс 3. Отлично, все вот это надо тратить. Бежим в магазин, тратим. Так. Что тут у нас? Разные енотики. Вот тут, конечно, какие-то. Так. А. Тут смотри, тут много разных вещичек. О, тыковки. Бесполезные тыковки. А вот это вот крепота. Так, insert coin. А где монетки взяли? А нам подарили за эту. Там, где мы скидывали награду, надо взять этот подарочек. Три монетки. Ну, хватай что-нибудь. Хватай что-нибудь. Да. Что за жестокая судьба? Опускайся. Что? Заяц. Волк. Ничего. А ничего. Где куча машин? А, вот он. Да. Тут тоже гача машины, блин.
Очень жестко, я бы сказал. Но тут хотя бы тебе гарантированно что-то выдают. Ты платишь, и тебе там вываливается что-то. А вот в этой нифига. Коллект. Данго Weapon Charm. Что? Это на оружие можно повесить разную... Weapon Charm? Это... Вот смотри, у меня на фламинго кубик висит. Видишь его? Угу. Вот, ты его можешь повесить где-то там. Не знаю. Где-то. Там что-то про шип было написано. На корабле, может быть. Угу. Сергей, ты что-то вытащил? На корабле, на кровати. Блин, я разговариваю с выключенным микрофоном. Рассказываю тут вам что-то. Ну, бывает. Так, ну мне банан, бананчик только выпал и все. А мне мяч. Так. Бумбокс. Сколько у меня денег? 350? У меня 390. Я бумбокс закажу. Ну, я тогда медицинский генератор. Чтобы воскрешать? Ну, хоть кого-то воскресим. Опен. Оп. Ну-ка. Хочется спросить, что в это самое, в обычные автоматы не играл. Никогда, что ли? Так. А. Зачем ты его подобрал? Я не понимаю, какого. Поставьте, может быть, и на полку его надо лучше бросить, а не на пол. Вон туда вот. И вот эту штуку тоже. А как его пикать? Я недоволен, так нечестно. Он все игрушки поднимал и бросал их вниз сразу же. Ну да, сурово. А где, чего тут, где тут Weapon Cloud этот? Тьфу, этот, ты говорил, энчант-то какой-то на корабле. Вот, на кровать подходишь и customization E нажимаешь. Сергей, скажи нам, где ты? Где ты потерялся? О, кто-то призрака выиграл. Я, а, вот, кстати. Смотри. Это Серега призрака да, вытащил? Да, Серега вытащил, да. Я, у меня был шанс присесть и забрать его, но я уж не стал. Что он дает, вот эти висюльки? Да просто для красоты, видишь? Да просто красота. Просто... Вова, у тебя есть деньги, и ты можешь там, где мы появлялись, потратить их. Вова, видишь, посмотри на мой этот, что ты видишь висит у меня? Смотри. Тыковка, тыковка. Да. У меня скейтборд. Вот этого призрака я удалось вытащить. Да, 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 я уже... Кстати, проверьте. Проверьте, у вас уровень костюма повысился? На костюм зайдите. Есть очки лишние, на которые можно вложить? Нет. Мне пора первого уровня. Я слишком много раз умирал. Аналогично. Тут всякие крутые костюмы. Цвета. Астробэм. Бумбокс купили? О, киберкат. Тысяча. Алло. Че да, за... бумбокс кто есть. Такой... Молодец. Кто такой молодец? Куда? Куда убежал? Что происходит? Что? Меня только что убили. Киркой. Блин, и меня тоже покоцали хорошенько. Сергей, так, ты... Сережа. Что? Почему? Не трогайте меня. Уйдите от меня. Вова, где ты там? Закупаешься? Это... Тут война идет. Его. Не, меня-то за что? Я почти умер. Вова. Мы потеряли Вову. Как забрать вещи? А, так там как-то открыть, а... Открой ящик. А дальше разберешься. Сейчас Вова с большим папочкой вылезет. Яйца. Вот вверх, блин. Сейчас я вас всех замочу. Во, вот теперь игра начинается. Да, он пушку. Он пушку закупил. Так, кто на корабле? Все на корабле. Все, кроме хулигана. Оставляем его здесь. Открываем, нам нужен каждый человек. Не убейте только меня. Хочу предупредить, у него фиговый урон. Может, и поправили, может, его усилили, не знаю. Но вроде как...
Зачем ты меня 60 здоровья оставил? Тебя случайно. Моя цель была отомстить. А где тебе доказать, что я тебя убил? Потому что у него не было кирки, а я видел, что ты меня бахнул. А мы с Андреем купили не кирку. Ты ничего не видел. Че это я ничего не видел? У Сергея кирка. Где? Скажи, где кирка? На видео все видно. Дорогие зрители, не забывайте, что в описании должна быть ссылка на Дзен-канал, если тут у вас плохо работает. Ссылка на канал Дениса. Ну что, с Богом. Давайте, ребята. Дайте мне врагов. Не надо врагов. Денис, куда мы побежали? Да туда. Туда же? А, пошли туда, направо. Направо? А зачем? А просто. Мы в прошлый раз прямо ходили, сходим направо. Может быть, стоит дойти дорогу до конца, может, там что-то интересное. Это странно. Сука. Вот это подстава, блин. Да бейся ты. Ура. У Вовы игра крашнулась. А. Ну-ка попробую-ка его пригласить. Ну, типа. Не как мимик. Не как мимик? Да. Ну, identificate, not мимик. Мне бы ты надо... Ты подходишь, а он мимик. Полечиться. Блин, Вова только... Вова вылетел. Сергей, ты как? Ты с нами? Я с вами. Так, где там микрофон-то? Включи музыку. Отлично. Вайп. Отхилился, как его вырубить? Денис. А-а-а. Где ты? Я туда же пошел. Не сильно далеко ушел, догонишь. Угу. Конечно, эти песики тут кривые. Ну, жопа с ручками. Бьем ее. Давай. Или пропускаем мимо. А, пропустим. Что у нас здесь? Ничего. А у нас же код только в сундуке, да? Можем. Какой найти код? От уровня. О, крипта, Андрюх. Крипта 60%. Че 60%? Кислорода. А. Вова покинул группу. А. Нифига крипта. Ого. Всем криптом. Так. Что? Мертвая жопа. Ты победил? 100%. Я пытаюсь Вову призвать. Так, еще ниже. Блин, у нас 3-4%. Ты уверен, что мы... Валим. На. Забираю. Забрал. Уходим. Сюда. Так, нам надо налево куда-то. 19%. А! Бежит за нами. 5, 4, 3, 2, 1. Сейчас жизнь будет. Я умираю. 0. Где? Я не туда побежал. Вот сюда. 2. Ага. А. Денис. 18, 8, нет, у меня нету жизни. Ах. Мы все умерли. Я жив. Сергей, мы все умерли. А-а-а. Вот так вот. Сережа, наши трупы. Ну, по крайней мере, Андрея труп. У нас там были вещи. Посканируй.
Хватит нас складывать в холодильник. Нас убила наша жадность. Было ожидаемо. Ой. Что такое? Сергей, ты нашел мой лут? Не видно. Фонарик включи, у тебя F. Кнопочка F. У тебя он должен быть заряжен. О, фламинго валяется. Дальше? Не-не-не, Сергей, мы спустились по лестнице не сюда, а вот сзади там, тебя, вот сюда, там, вот сюда, вот сюда, вот и направо. Я сдох чуть правее. Да, возле вот этих карет. Вот, ну иди сюда, да-да-да, вот в эту сторону. Вот где-то я здесь должен... Чуть дальше. За тыквами, видимо. Да, вон он, вон он, вон он, правее, 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 направо, вот, вот ты его видишь. Стой, он... Где-то здесь монстр. Да вон он там валяется, ты его не видишь? Да-да-да, он видит меня, он... А что он там? Труп монстра. Ага, отлично. Еще труп твой. Все пригодится в хозяйстве. В эту игру нужно играть подготовленными. Первые квоты нужно сдавать, чтобы хоть как-то вооружиться. Кстати, Серега может кого-то воскресить, либо не воскрешать. Да не воскрешать, надо попробовать взлететь, может быть, Вова сможет перезайти. Серега, блин, опять он... Ладно, так и быть. Так. А Вову так и не получилось перевозить? Ну, вроде не получилось, не знаю, у него там черный экран. Может быть, он не может, пока мы уже в игре. Ну, так, может, надо взлететь. Е нажимай. Взлететь на орбиту, типа. Да, взлететь на орбиту, там что-то. Е надо держать. Я понял. Держать Е нужно. Просто нажать. Угу. И пошел как мастер. Бубок, комментарий одного из наших подписчиков. Сегодня будем смотреть на Андрюху от лица Денисы. Так. О, уровень костюма увеличился. Плюс один. Так. Давайте-ка я попробую Вову-то призвать. О, так, все, ну что, продолжаем. Вова вернулся. Да, Вова вернулся. Как меня раздражают забагованные игры. Я понимаю. Так, ну давайте приземляемся. Здесь лучше, чем в некоторых играх. О, да. Это ее не оправдывает. Начинаем? Да. Да, Андрей уже пошел. Прикольно. Знаете, у меня вот это брелок даже попользоваться не успел. Народ, эх, пошли с нами. Мы нашли огромную крипту. Да. Двухуровневую. Тут много куда идти-то можно. Может, надо было просто уровень поменьше выбрать на 4 человек, а не на 8. Ну, наверное. Ну, да. Сергей пошел направо. Бойтесь. Класс, меня так взял. Меня убили. Так, смотри, Вова, пойдем воскрешение проводить. А стоит? А почему нет? Иди воскрешай. Так. Положи. Я решил не смотреть. Блин, эти роботы а меня что, пугают. Я видел, что ли? А, ну вдруг не видел. Серега, где тут ампула здоровья? Че говоришь, Вова? У меня же пришел так еще. Ну-ка. Ревайв плеер. Ну, три воскрешения написано есть. Ну пока она просто расплавляет тебя. О! Теперь два воскрешения. Вооружайся и пойдем. Да иду вооружаться. Никто же не утащил моего фламинго. Кто утащил моего фламинго? Начинаю думать, что надо бы кислород покачать. Денис, куда мы пойдем? Куда скажешь? Веди ты теперь. Хорошо, а пойдем вперед. Сюда пойдем. Бойся призраков.
Так, это мимик? Это? Вроде бы нет. Нет. Ну, старт какой-то коллег. Аккуратно, злой памп. А? Он испугался. Ты его убил. Да, я его убил. Все, у меня 66% кислорода, я пойду отдохну. Отдышась. Надо отдыхиваться. Как так получилось, что вы проходили мимо тыквы, но напала она на меня? Ну, а? Ты был аппетитнее нас. Да это дурацкий монстр, от которого не знаешь, как спастись. А как, где тут бумбокс? Вот он, бумбокс. Ставишь его. О, отскочу. Можно, видишь, буст 20 секунд. Если танцевать, то этот буст тратится, но ты быстрее хилишься. Ну, в принципе, так нормально. Я полечился. Мне он 20 здоровья осталось. А, потанцуй, выбери вайб, эту самую эмоцию, и ты будешь быстрее хилиться. Да не буду, не нормально уже. Полечился? Ага. Так, давай, Вова, пойдем. Еще одна тыква. А, если надеюсь, что-то киркой можно разбить, предупредите, чтобы я пришел. Сказал, купить купил, а ничего такого не попадается. В основном травы всякие. Травы? Куда вы там идете? Тыковы месите. Что это заткнул? Тыквенные поля. Ладно, пойдемте. Прописал мне. Так, где тыковка? Музыкальный центр. А что тебе Сергей прописал? Что тут написано? А, это я за Вовой, оказывается. Деливери. А, деливери, доставка. Темные леса. Знай бы, куда идти. А где я? Почему? Денис, почему доставил меня одного? Почему доставил меня одного? Я думал, вот теперь я призрака увидел. Было страшно. Ну, скажу так, явно не туда, куда мы с Вовой, потому что здесь какой-то... О, о. Такое ощущение, что за границей карты. И Андрей пришел к нам. Я пришел к вам. О! А! Вот он! На! На! Три удара этому пацаненку. Тут лопата нужна. Вот, а вот тут, наверное, руду. Require pick. Кирка нужна. Вот эта дорога, по которой мы шли, но в прошлый раз не дошли. Надо возвращаться. 50% кислорода, мы слишком долго сражались. Мне вообще 20 надо бежать. Так, Вова, но кислорода, ты умираешь мгновенно, так что ты учти. Я бегу. И, не мгновенно. А, ну да, там коцаешься по десятке, и ты умираешь. Сергей, если хочешь, мы можем тебя отвезти к руде. 6, 5, 4. Видите, куда? 3. Сейчас отдышимся и поведем. Один. Дай... Успел. Я нашел так хорошее место. Это и просто я умею этот подгадывать четко. Отлично, это было все рассчитано, да? Ну. Денис, а ты где? У тебя кислорода что ли много? Это Вова. Отлично. Я сегодня мастер находить Вову. Сергей, пойдем. Пойдем за мной. Вова. Сергей. Спокойно. О, я первый раз увидел призрака. Угу. До этого слышал один раз, и все. И то, как они хвастались, что видели призрака. Так, Сергей, где ты здесь? Жив? Жив. О, ну ты нашел, да? Да. Добывай. Value 42. Добывай. Добывай. Красиво. Смысл в том, что я-то далеко стоял, но тем не менее... Ну я не знаю, что ты еще хотел. Что там за звуки такие? Бей ее. Ай. Так, я пошел на корабль, у меня коцаны очень. Хорошо, Сергей, я с тобой схожу. Просто так, потому а... что... А где корабль? Да вот-вот сюда.
через вот этот монастырь. Он очень больно кусается. Да? О, я видел призрака, но звука не было. Я думаю, он призрак у одного появляется. То есть звук здесь у того, кто... А ты просто так моментом. Давай, поставь ее и брось. Включи музыку и брось. Ну да. О, руда, 42. Чё ты недовольный? Все, я загрузился. А я нет. Ай. Не, прилично с здоровьем. Потанцуй тогда. Мы тут мочим, носим, а они, короче, танцуют. Танцуют, да, вообще офигеть. Все, побежали. Сергей, я за тобой бегу. Пошли налево. По дороге вот по вот этой, бесконечной. Так, ты видишь, вот эти собаки, они указывают туда. Скорее всего, если мы дойдем там до какой-то точки, эти лошади нас могут отвезти туда. Это мое предположение. Понял. Так, что там? Не знаю, трава всякая. Закопанные вещи там. Ножик требуется. Ну, понятно. И лопата. Ну, слабый кислород. Так, нужен ножик. Так, возвращайся, у меня кислород. Хорошо, возвращайся. Слабак. Требуется access level 1. Security level 1. 47%. Ладно. И этот уже за... отключилась. Но потихонечку, конечно, игра требует. Надо просто чаще сканировать. Слабая кислородная штука. Шип. Ой-ой-ой, волки вышли. Я думаю, это нехорошо. А, 14. Я добежал по дороге, там был доступ. На меня какой-то волки. Паучок напал. Новая жизненная форма, волки, аккуратнее. Страшно. На меня напрыгнул какой-то взрывающийся паучок. Ты живой? Вы бы лучше уходили, потому что 4 часа я до полуночи. Уходите. Сказали, я что волк. Какой-то рык страшный. Так это волки вышли на улицу. Ты волк? Сергей, ты где? О, а где тело человека? Мы можем воскресить его. Не знаю, надо искать. Мне страшно, там волки рычали. Сергей, ты живой? Что за какая Majority to leave after... Какое голосование было? Я что-то не уследил за этим. Я тоже не понял. Кто волка завалил? Сергей. Волка завалил прям? Да, я воспользовался багом игры. Они там где-то застревают, видать, и Сергей. Да. Денис, возвращайся, там 9:40, сейчас улетит корабль. Ты угадал, я воспользовался местом, где. Ну ладно, тогда взлетаем. Да. Там хорошее место, и они застревают, и можно. Надо самому там не застрять, когда летаешь. Все. Ну, отлично. Нужен доступ где-то найти. Кто-то есть чипсы. Нет, это не чипсы, это я. Мы набрали 400 денег, ребята. О, у меня второй уровень. Так. Смотрите. А как улучшаться? На костюмчик нажимаешь. И выбирай, куда перки направить. Ты можешь в любой момент их перераспределить, куда хочешь.
Ребята, я, короче, по дороге пошел налево, где с кони. И там можно было к столбу нажать кнопочку, и типа тогда активировалась, как я понимаю, точка телепортации. Ну, типа на карету садишься у лошади и туда долетаешь. Но нужен был доступ первого уровня. То есть, скорее всего, по дорогам пока не надо. Надо ходить в другие места. Может быть, туда, где мы с тобой ходили, Денис. Типа вперед. Или где мы с Вовой сейчас ходили. Ну, типа вот вперед, напрямик. Не налево, не направо. По-моему, еще один день. Один день остался, так что... Да. Высаживаемся быстро и работаем. Не говорю, солнце еще высоко. Мы будем ночь остаться, Андрей. Я не уверен, что мы можем ночью остаться в первый день. Скорее всего, нифига не можем. Пусть кто-нибудь со мной один пойдет. Сергей, ну пойдем. Покажи мне. Возможно, нам придется немножко... Зачем только сюда? Ты здесь знаешь, что тут происходит? Добил я. Еще одна за тобой бежит. Сергей, ну постой, ты дай ей укусить тебя. У меня 16 здоровья. Ну беги тогда. 3. Ну я не знаю. Серега, нету больше хилок-то, нету. Нет, требуется генератор. Серега умер. Отстой. Царство ему небесное, дай Богу здоровья. Так, как там это делается? С вайбим. Оп, оп, оп. Cancel. Ого. Андрей, кто скажет мне? Ты смотри, какие они лезут-то, как. Так я, да, я только хилиться сюда бегаю. Танцуй, чтобы быстрее, пока буст есть. Она тогда по десятке хилит. Уже его половину сдули, этот буст. Воскрешения нет. Надо вперед идти. Вова, куда ты пошел? Пойдемте со мной. Я там лутаюсь, как боженька. Кирка? Кирка. Кирка? Кирка. А я помню, где ты умер. Сканирую, правой кнопкой мыши. Я, походу, покойник. Не-не-не, ты там, туда, у дерева. Возвращайся. К дереву. Еще дальше. Нет, сзади, назад. Иди к кораблю, в сторону корабля. Нет. Я умер между карет. Сканирую здесь. Тут просто кровушка. Тут сканирую еще. Где-то здесь моя кирка должна быть. Злые девайсы. Я опять лечусь. Но ты, главное, живой. Двух монстров заловил, и я опять лечусь. Я мертв. Знаешь, сколько она стоила? Где-то кирка лежит. Сергей ее потерял, потому что умер. В этом месте, если что, я его слышу. Смотри, на земле, пройдись. Сережа. Дай мне за тобой. Я вот бежал за тобой, бежал. Да, вот так по кругу я бежал. Я побежал в сторону корабля. С этого. Туда прямо. Нет, не туда. Не туда ты побежал. Сюда. Здесь где-то должна быть кирка. Все, Сергей, нету кирки. О! Нашел? Вот она, да. Нашел. Она такая незаметная. Максимально. Сливается. Я предполагаю... Почти, у нее долгий замах. Да я знаю. Я предполагаю, нужно вот идти сперва вперед, потому что налево и направо это разные вещи. Дыпа, дыпа. О, господи ты, боже мой.
Что за крепота? Ну вот такая вот меня убила. А у тебя были вещи, Денис? Не. Стой, в холодильник. В холодильнике места нет. Я втиснул. Вова, следи за кислородом. Сергей, я в курсе. Я уже на корабль бегу. Он уже тут как у себя дома. Вот смотри, как на работу ходит. Я только лечиться бегаю и монстров отношу. Андрей, ты можешь ходить туда, куда мы изначально собирались. Там могут быть хорошие точки. Это все... Да это же собака, это... На! Да, с этими проще, чем с таком. Ты даешь. Справа там сундук, не хочешь? Не хочу. На! На! Пишешь, ты как перенавидался к моей кирке. Так, конечно. Потому что это моя кирка. У меня уже места нет, понимаешь? Я столько перебил, что прям... Написано было definitely not mimic, типа. Вова, повернись назад, Вова, повернись назад, и видишь, где... Беги туда, к Андрею, там в склепе, и это позволяется. Вова, Вова. Ну, Андрей... Вон там труп валяется прям, миллион трупов. Повернись, иди прям... Нет, направо. Стой, прошел труп. Так... Впереди. Вот прямо иди. Иди. Вот левее, левее, левее. Левее. Вот правее. Вот. Фонарь. Да, да, да. Ты сказал, что он здесь. Отлично, я заряжен. Чё ты туда морёт? Я заряжен на победу. Там опять вылез этот фигня. Так иди, побеждай. Сейчас мы зачищем эту крипту. А что вы сюда Вову-то не довели до этой крипты? Ух ты, призрак еще такой вылез. Ну-ка. А4Е. Предмет там. Там код был. А4Е. Security level 1. О, нифига себе. Код нашел. Ты труп пропускаешь, Андрей. У меня места нет. Да и кислорода. За трупом я вернусь. Возьми с собой Вову. Не, на кислород не по барабану. Если кислород не поддерживает, то за трупом будет труп только, если возвращаться. Вова, через полтора часа будут волки. Страшно. Ну-ка. АЦС. А? А? Красава. А я вот не помню, это какой цвет-то? Да вот этот вот.
и поехала. Без тебя. Кто поехал? Карета. Карета? Карета. Какая? Синяя, красная? Оранжевая. Вова, лучше посиди на базе. Сейчас волки вылезут. Все, капец, Андрей. Чего вы так сразу? Волки. Да я сам этих волков разберу. Надо уменьшающий луч, наверное. Уменьшать надо. Да. Вы забываете, с кем вы говорите. Вы говорите с убийцей гигантов и хищников. Ну, не ты один гигантов убивал. Но... А почему он мертвый? Вова, где ты? Да я стою, высматриваю тебя, ты уже тут. Все, улетаем. Я думаю, мы справились хорошо. Просто замечательно. Да, все молодцы. Так, возвращаемся на скетчбелт. В это... Это меня тогда, я побежал. Ага, давай, Вова, спасибо за компанию. Передавайте ему привет. Вам тоже. Спасибо. Так, собираем вещи. Сергей, твоя кирка. Вот здесь она. Ух, как я набрал. Закидываем, закидываем. Тыковок. Куда она поехала? Заходим внутрь. Давай не без этого, без этой фигни. Да. Так. Тыква, но у меня ее нет. Не, ну конечно, киркой махаться весело. Уехала. Да. Сережа что-то не то выкинул. Что-то не то? Кирку свою выкинул? Сергей, ты что, кирку выкинул? Да. Ну все, смирись с этим. Или хочешь поехать... Сергей. Серега, что ты выкинул? Кирку. Печаль. Ну, Сергей, смотри, мы сейчас миллион денег за... Смотри, уже 900. Мы эти кирок покупаем. Просто завались. Ну что, все мы забрали? Нет, какой-то труп, вот он. Где? Я его не вижу. Все. И у меня один. Давайте. Вообще у меня два, но я не знаю, у меня второй какой-то. Давайте, закидывайте. Скидывайте все. Закинул. Сейчас. Так. Послать. У меня какой-то предмет есть, я не знаю, что с ним делать. Что это за предмет? Мне его не выкинуть, не этот. Так, общем, финализируем, да. Ребята. Давай. Да. Да. Спасибо. Ранг Survivor. О, Happy Meal. Вове-то нужно было чуть позже выйти. Ну, что поделать. Так, ладненько. Ну-ка, вот эту
Блин, кто тут? Сергей, ты прям максимально мне мешаешь. Ой, я что-то схватил. Я что-то ценю. Давай, 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 давай. Давай. Вау. Вау. Призрак. Слайм гул плюш. Слаймовый плюш. Тут всякая милота, милота. Вот эти, конечно, тыковки. Я пытался вытащить, но что-то мне не вышло. О, 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 схватил, схватил. И бросил. И бросил. Да, Андрей. Ладно, поверну эту монетку. Собрать. Яишенка. Так, ну-ка теперь. Что? Скейтборд. Стоп, стоп, стоп. Я пока тут тормозил. О, я что-то схватил. Собрал. Аккаунт баунд. Что ты собрал? В смысле? Ты моё собрал? Андрей! Я думал, это я тяну. Иди в жопу, верни мою игрушку. Смотри. Держи. А! Нет, не. Что смотреть? Куда смотреть? Забрал мою игрушку. Такова судьба. Что вот. За приколы? Смотрите, я поднял вот эту игрушку, да. Застрял в стекле. Вот так оно и бывает, да. Это все обманы. Хотя... Это все обманы, Сергей. Слушайте, в прошлый раз, когда мы играли, эти игры вот эти были получше, по-моему. Они о, держи, Денис. У кого есть еще один чекпоинт, чтобы вот попробовать это достать? Нету. Я просто тяну. А, ну как тяну? Ничего не тяну. Ну что, дорогие зрители, на этом мы закончим нашу серию. Надеюсь, вам все понравилось. Ставьте лайки, чтобы этой игры было больше, либо не ставьте лайки, чтобы этой игры было поменьше. Но мы только-только начали разыгрываться. Я получил уровень доступа. Надо было, я был прав, надо было между ракет этими чуваками идти вперед, получать доступ, и потом можно было уже налево идти. А налево пошли бы потом направо по этой телеге, по дорогам. И тогда бы там уже добро. А не просто в пустошах, как бомжи, бегать. Надо в криптах, крипты лутать. Ну и, конечно, кирка выносит. Сергей, кирка выносит. И жизни. Я 2 очка в жизни вложил и хорошо себя чувствовал. Так что... Дайте мне кораблик, мой кораблик. Я хочу кораблик. Да ему, я поднял его, и он... Знаешь, что тут? Резкий дергание вот. Когда он поднял, он резко так дергает, чтобы он сбросить. Вот он застрял в стекле. Такова жизнь, Сергей. Все печально. На этом мы прощаемся. Всем спасибо. Всем пока. Всем спасибо. Всем спасибо. Всем пока. Всем пока.